600 граммов муки и брикет сливочного масла перетираем руками в мелкую крошку. Тщательно. Вот так это получается. Добавляем соль, 2 яйца и 200 граммов сметаны. И замешиваем тесто. Тесто получается вот таким вот мягким, эластичным. Начинка. Тушеная капуста классическим способом с луком, морковью, соль, перец, немного томатной пасты. И филе куриного бедра небольшим кубиком. Соль и перец. Буду выкладывать в пирог слоями. Капуста, мясо, капуста. Раскатали нижний слой и выкладываем половину начинки, половину капусты тушеной. И теперь выкладываем курочку. Поверх курицы вторую половину нашей начинки, нашей тушеной капусты. Закрываем. И защипляем. Делаем косичку. Смазываем взбитым яйцом и отправляем в духовку 180-190 градусов, ну, где-то на 1 час, может быть, чуть побольше. Не забудьте пирогу сделать пупочек. Пирог готов! Приятного аппетита!